день. Управление федеральной безопасности, подразделение собственной безопасности. Кстати, пожалуйста. Год рождения. 03.05.000. При каких обстоятельствах? Что вы здесь делаете? Место я пообедать пришел. Место. Мимо шли. С кем обедали? Вы сейчас с кем обедали? Человек сидел. Что за человек? Семечки. Должностное положение человека знаете? Нет. Что это сотрудник управления Федеральной службы безопасности? Нет. Не знаете? Для чего они были предназначены? Попросить отсрочки на выполнение предписания Ростехнадзора, который нам выписал в прошлом году предписание, в котором мы не можем работать на объекте Смородинка. В принципе, я приезжал проговорить, как, по какой возможности можно отсрочить вот эти вот устранения неисправностей, нарушений, чтобы в дальнейшем можно было работать. И Семечек принес пакет, естественно, спросил ты мне, я сказал да. Пакет, который на столе сейчас? Да. Что внутри там находится? Деньги. Денежные средства в размере 1 миллиона рублей. А куда у вас вот данную упаковку открывается? Они-то и подойдите. В пакете обнаружен розовый полимерный пакет. Семечки. Можно высыпать, чтобы они пустые были. Полимерный пакет раскрывается, в котором обнаружены две стопки подвязанных купюр. Одна